Итак, сейчас мы пройдем с вами спот, потому что это довольно-таки легкая игра на самом деле. Если мне память не изменяет, кстати. Но вроде это обычная головоломочка. Seven Up представляет. Тю-тю-тю-тю. Начать игру. Да, я даже знаю, как это пройти. Угу, сейчас. Хрен тебе, я вот тут вообще встану и... Нифига себе. Я помню у Red Gamer это видео про эту игру, кстати.
О, нет! Блин, я проиграл, что ли? Дурак. Потому что я вот сейчас возьму и захвачу все твои три эти кружочка. Все, нет у тебя тут больше ничего. Тетеретен. Как бы ты ни старался.